Глубоко уважаемый лидер нации имам Али Рахмон, я Самадов Мирза Худжан Азархуджаевич, инвалид первой группы с детства, ДЦП, обращаюсь к вам от безысходности и бесперспективности. Единственный человек, который нашей стране может мне помочь, это вы, уважаемый имам Али Рахмон. Я решил продать квартиры родителей, чтобы заложить в банк, чтобы иметь стабильный источник дохода. К большому сожалению, Тачпромбанк обанкротился. И вот на протяжении 2,5 года я никак не могу получить свои деньги. Я очень мучаюсь, у меня дети как... У меня семья, у меня 4 детей, у меня дети учатся в гимназии. Старший сын я отправил за границу, чтобы он там получил высшее образование, чтобы в дальнейшем был хорошим кадром для нашей страны. Но, к большому сожалению, моих детей уже начали исключать из гимназии Кафула и из высшего учебного заведения Японии. В связи с тем, что я не могу оплачивать за их учебу. Уважаемый имам Али Рахмон, помогите мне, пожалуйста, чтобы Тачпромбанк вернул мои деньги. Мне нужно как-то дальше жить. Вот поверьте мне, у меня уже даже на продукты деньги нету. Я даже не знаю завтра детей как кормить. Мы иной раз голодными ходим, понимаете? Пожалуйста, помогите мне, пожалуйста.